Здравствуйте, дорогие слушатели! Тема сегодняшнего занятия – горячее блюдо телятина в тимьяновом маринаде с фетучини. Для нашего горячего блюда телятина в тимьяновом маринаде с фетучини нам понадобится филе вырезки 120 грамм, 100 граммов фетучини, 90 граммов болгарского перца. Для начала мы поставили воду, чтобы отварить наше фетучини. Предварительно нужно воду подсолить и дождаться полного закипания. Следующим нашим процессом будет маринование самой телятины. Телятину нам следует нарезать небольшой, не крупной соломкой. Раскроем филе. И нарежем его соломкой примерно 3-4 миллиметра. Поместим нашу телятину в тару, добавим сухого тимьяна. Также в маринад можно добавить и свежего тимьяна, если он у вас будет под рукой. Возьмем 3-5 граммов чеснока, измельчим. Добавим к телятине. Немного добавим соли, черного перца, красной молотой сладкой паприки и щепотку молотого кориандра. Добавим масло 20 миллиграмм в мясо и перемешаем нашу телятину, чтобы она как следовало замариновалась. Аккуратно, но тщательно перемешивая в тимьяновом маринаде. Видно, как телятина вбирает в себя маринад, буквально впитывает. Маринад впитался. Дадим телятине постоять минуты 3-4. Ну а пока продолжим с остальными нашими ингредиентами. Нарежем болгарский перец соломкой, почти так же, как мы нарезали телятину. Зачищаем болгарский перец, удаляем ненужные части и нарезаем соломкой. Телятина маринуется, вода закипает, поставим сковороду, согреем, чтобы обжарить нашу телятину с овощами. Сковорода нагрелась, добавляем 20 миллиграмм растительного масла. И ждем, пока оно прогреется. Вода закипает. Возьмем 100 грамм фетучини и опустим в воду. Ну а пока паста отваривается, обжарим нашу телятину
добавляем овощи. И все вместе перемешиваем. Выключаем температуру и оставляем нашу телятину в полуготовом виде. Ждем, пока отварится наша паста. Ждем 4 минуты, и паста будет готова. Паста готова. Промоем. Добавим пасту к телятине с овощами. Перемешаем, чтобы они пропитались вкусом. Паста готова, будем выкладывать. Выключаем, еще раз перемешиваем. Выложим нашу пасту методом розочки. Накручиваем пасту на вилку. И выкладываем в центр блюда. Слегка подкручиваете, чтобы роза не раскрылась. Выложим телятину и овощи у основания пасты. Поверх пасты натрем сыра пармезан. Посыпем семенами кунжута и украсим веточками базилика. Телятина в тимьяновом маринаде с фетучини готова.